В Екатеринбурге 8 часов 19 минут. Доброе утро. Сегодня 18 апреля. Пятница. Это тот день, когда мы собираемся в КФРО «Арсенал Луначарского 31. И отсюда идет наш сегодняшний эфир. Всем привет еще раз. Доброе утро. Наступило время рубрики «Перепел и перепелка», поэтому сразу без предисловий и без всего начнем, но скажу, что сегодня маленький сюрприз. Что за сюрприз, озвучу прямо в рубрике. Давайте сначала к авторам оригинала обратимся свое внимание. Они... Мало того, что их перепевают, они еще и сами неплохо довольно-таки много всего перепевают. Допустим, они перепели «Крафтверк», групп-песенку «Das Model» в 97 году. Клип был снят, однако участникам группы не понравился он. В итоге он не был показан нигде. Но его можно найти на торрентах, друзья мои. Посмотрите, рекомендую. Также они написали перепел на песню «Depeche Mode Strip It». Они перепели «Рамонес». Они перепели группу «Ария», композицию «Штиль». Сингл назывался «Style». Был выпущен в 2003 году ограниченным тиражом. Тоже рекомендую послушать. Мало кто из европейцев перепевает наши группы. Ну и вместе с «Апокалиптикой» они перепели «Хелден» и Дэвида Боуи, в том числе на немецком языке. Не слышали «Боуи» на немецком языке? Это кошмар просто, какой-то ужас. А вот сегодня у нас здесь в рубрике «Перепел и перепелка» группа «Красная скрипка». Здравствуйте. И они будут переигрывать с помощью вот этой скрипки группу «Рамштайн», друзья мои. И теперь обещанный сюрприз. Вчера мне фронтмен данного коллектива поведал о том, что вот та скрипка, которая сейчас у него в руках, собрана и сделана им самим собственноручно. И это достойно уважения, потому что сделать инструмент своими руками, тем более скрипку, пусть и электронную, но, блин, очень непросто. Вот, собственно говоря, на этой ручной практически во всех смыслах скрипке и прозвучит сейчас то, что вы хотели представить. Но сначала давайте представим участников вашего коллектива. Здравствуйте еще раз. У нас отличный басист Тимофей Порозов. Клавишник, ну, не из «Рамштайна», конечно, но почти. Эльмир Сагитбаев. Иван Батурин, ударник. И гитарист просто Лео. Просто Лео. Ну, гривоезд, да. Ну что, вам слово, вы в эфире, прошу вас. Thank you.
Группа «Красная скрипка». Браво. И небольшое попурри на произведение группы «Рамштайн». Эти аплодисменты вам, друзья мои. Спасибо большое. Спасибо огромное группе «Красная скрипка». Они продолжат здесь, в кафе «Рок Арсенал» Луначарского, 31, играть. Как минимум еще две композиции они сыграют. Ну, а на 104.5 FM в эфире нашего «Рок Арсенала» будет Джордж Харрисон буквально через несколько мгновений.
Группа «Красная скрипка». Потрясающе. Вот вы там сидите, вас дуют сабвуферы, а меня тут все вживую в стул поддает, ребят, потрясающе. Я буду продавать место здесь на сцене. Спасибо огромное. У нас есть буквально чуть-чуть времени. Нет, почти не осталось. 3-4 минуты до эфира. Спасибо огромное. Спасибо. Мой вам поклон до земли. «Красная скрипка».